Повысить роль женщин в принятии решений на местном и региональном уровнях. В рамках проекта борьбы с гендерными стереотипами в политике Украины общественности презентовали результаты гендерного мониторинга в Запорожской области. Согласно плану ООН, к 2015 году в национальных структурах власти должно было быть не меньше 30% женщин, а в региональных не менее 50%. Украина пока эту задачу не выполнила. В Запорожском областном совете всего 14% женщин-депутатов. Для сравнения, в аналогичной структуре в Руанде 48% женщин, а в Индии 33%. Гендерна рівність є дуже важливим для розвитку демократичного суспільства, оскільки це забезпечує умови для стійкого розвитку самого суспільства, забезпечує умови для зваженого прийняття суспільних і політичних рішень. Запорізька обласна рада, голова чоловік, заступник жінка, і це дуже нас тішить, тому що ми бачимо, що хоч на цій гілці влади, незважаючи на те, що жінок 14%, тем не менее, все-таки у нас заступник жінка. Считаю, для позитивных изменений в общественно-политической жизни надо повышать роль женщин. В связи с этим участники круглого стола решили обратиться к политическим партиям с предложением подписать меморандум о создании равных гендерных возможностей на местных выборах этого года, а также увеличить число женщин в партийных списках.